Руководство товарищества собственников жилья Калининского района через суд пытается защитить свою репутацию. Конфликт возник в конце августа с кандидатом в депутаты Госдумы. Многоэтажки на Гражданском проспекте уже за 40. Ее возраст не скрывает даже штукатурка. Впрочем, дом не ветхий и соответствует современным жилищным реалиям. Здесь есть видеонаблюдение и ТСЖ. Его руководство отвечает в том числе за ремонты. На тот момент кандидат в депутаты Госдумы Наталья Грязневич посчитала, что фундамент здания нуждается в срочном обновлении и обратилась в жилинспекцию. Не побывав в подвале, нельзя оценить износ или аварийность фундамента. По всему подвалу могут оценить только специалисты. Была у политика и еще одна претензия – неисправный лифт. Правда, какой именно, по словам председателя ТСЖ, она не указала. В этом доме 11 подъемников. Мы упорные и проверим их все. Ну все, у нас замечаний нет. Все подъемники в доме менялись год назад. Да и в фундаменте председатель товарищества уверена. О чем и рассказала жилинспекция, одновременно обратившись в суд с требованием возместить моральный ущерб. Ответчик Грязневич об иске услышала лишь от нас и сильно удивилась, поскольку за последние месяцы она отправила сотню подобных заявлений. Я, естественно, не помню совершенно вот этот дом, о котором идет речь, и этот ПСЖ, о котором идет речь. А в данном случае я воспользовалась своим правом обратиться к жилинспекции, чтобы проверили факты, о которых мне сообщили жители. Первое заседание районного суда пройдет 23 ноября. Истица Марина Журавлева оценила нанесенный ее репутации ущерб в 250 тысяч рублей.